Приветствую всех, дорогие друзья. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, удачи и здоровья побольше. Ну что ж, забыл эту серию, по ходу дела посмотрел. Поздравить вас. Ну, как сказать, забыл. Я там несколько серий, получается, снимал. И в одной серии как бы я снял, но она не вышла в эфир. Ладненько, уж извините. Посидел я тут, подумал, восстановил свой кораблик. Кое-как с пень-колоды. Здесь уже я ничего не ставил, ну его нафиг. Лень. И решил я слетать все-таки на Биг. Что это такое, посмотреть. По поводу стройки, ну, у меня пока идеи закончились. Как говорится, сил строить пока нету. Будут, построю. На это тоже нужно, дорогие друзья, вдохновение. Это не так просто такую бандурину достроить. Не знаю, я, может, тут сейчас все попрохожу. Да просто вывезу в новый пустой мир. Я нашел возможность, как убрать трес астероидов. Ну, вероятнее всего, я просто тупо в пустой мир заведу корабль и там буду уже стройкой заниматься. Ну, потому что как-то, может, и здесь немного построю. Подергивания у меня, кстати, практически убрались. Это я отключил респаун астероидов. До сих пор она подергивается, но это уже так. По сравнению с тем, что было каждые... А, это сохранение. В сравнении с тем, что было, практически каждые 5 секунд она дергалась, потому что респалась по астероиду. Ну, это еще по-божески. Но не знаю, помогло ли мне конкретно отключение респауна астероидов и отключился ли он вообще. Так что, как-то так. Ну что ж, давайте я пока совершу гиперпрыжок туда, и уже когда буду подлетать, включу запись. Так, уже подлетаем поближе. Да, кстати, дорогие друзья, я понимаю, что вы хотите... Ох ты, ё-моё, если она в 3 километрах, уже я ее так хорошо вижу. Боже, она бляха размера. Я понимаю, что некоторые хотят из вас серии подольше на Space Engineers, но, к примеру, эту серию я уже снимаю второй раз, потому что на середине у меня крашнулось. То есть я немножко стройкой занялся, решил прыгнуть, и во время прыжка мне просто игра слетела. А так как я забыл сохраниться, кстати говоря, так как я забыл сохраниться, у меня как бы все, ну сколько там, 15 минут я снимал, у меня все пропало. В итоге это второй как бы передубль. Бывает такое, к сожалению. Многие пишут, что у них игра не улетает. Ребят, я за вас рад. Если вы занимаетесь чисто стройкой, ни с кем не воюете, у вас нет вокруг противников, она у вас и не будет улетать. Я тут не чисто стройкой занимаюсь, я в основном тут занимаюсь боевыми действиями. Ё-моё, каких она размеров-то? Ну, FPS не просаживает, не такая и большая, по ходу дела. Пушек довольно-таки, походу, тут многовато. Хотя, внизу пушки вижу. Тут пушки вижу. Не знаю, дорогие друзья, большая она или нет. Уже будем ее внутри изучать, бегать, смотреть. Вроде не такая большая, но... Черт его поймешь. Просто видите, та станция тоже кажется не такая большая станция. Ага. Сколько я в ней бегал? 3 серии, считайте. Она небольшая, я согласен. Ну так, как сказать, небольшая. Она, как бы так выразиться, интересно сделана. Вот. Так, иди сюда. Не, ну такая интересная строенница. Попробовал, кстати, я город Атлантиду загрузить. Нифига, не грузится, зараза. Потом еще попробую. Это, походу, там надо в деф-версию забринкиваться. Но в этой версии никак не канает. Что-то она не хочет там грузиться. Хоть, не знаю, ты на голове стой. Так, здесь никаких нету сюрпризиков у меня. То я что-то так уверенно двигаюсь.
Так, вот ракетницы вижу. Мне они уже не нравятся. Тяжело как бы определиться. Так, ладно, действуем по старинке. Тяжело раз определиться, значит, надо действовать старым проверенным способом. Так сказать, дедовским. Да, еще из изменений. Простите, уже заговариваться начинаю. Снимаю 4 уже видео подряд. Точнее, это 5. Так, вот, поставил 2, короче, First Kit, чтобы одну можно было сразу спилить. Так, мне надо проверить дальность ведения огня этих орудий. Так, 900 метров. метров. Ага, вот пошли стрелять. Понятно все. Ты, блин, с двух ударов. Значит, ну на 900 метров, я думаю, можно подойти будет. Включить джетпак. Ай-яй-яй, зараза. Да, играю я на полной графике, кому интересно. Спрашивали настройки показать. Настройки, настройки. Так, графика вот такая вот. Ну, тени я то сильными ставлю, то легкими, то медиум. Они то сглючат, то не сглючат. Тут, в общем, короче, фиг поймешь. Vegetation View Distance, ну, я не знаю вообще, для чего она такой пень сдалась, ну да ладно. Так, по дисплею у меня стандартно. Это что у нас? Capture Mouse. Вертикальную синхронизацию ставить нигде не советую. Ой, мое тело полетело. Вы извините, я немножко приболел. Насморк начинает, ну не насморк, а чихатка начинает разыгрываться, вот так вот скажу. Так, 4, но 950 метров, да? Почему я показываю, опять спрашивают меня, как пушки срезают, делает они на запись. Но вот последняя запись, не знаю сколько. Меня там корабль бы уничтожили, я бы что вам сказал? Дорогие друзья, вот мне убили корабль? Нет, я бы сказал проще. Я корабль новый просто с креатива достал, как делают остальные. И сказал, вот давайте мы сейчас будем это атаковать. Смотрите, как я атаковал. И зашел в режим креатива, просто их нафиг бы себе поспиливал. Вот поэтому я вам показываю, как пушки я срезаю. Потому что так слишком можно сильно подхалтурить. Ну, как бы мне в лобешник тут не всунули хорошо. Давайте попробуем эту спилить для начала. Попадаю, да. Неплохо попадаю. Эту серию я сделаю подольше. Где-то на... Что там отвалилось-то, ё-моё. На часик. Постараюсь растянуть. Сейчас одну пушку буду сейчас долбить. Что там отваливается? Постоянно ехать не могу. Я ж по пушке стреляю. Или нет? А, ну да. Чё за... А что отваливалось тогда? Там что, дополнительная какая-то защита что ли стоит? Возможно, вполне. Да и от чего игра вылетает? Из-за точек, забываю, как они всегда называются. Вот из-за следов от пуль игра вылетает зачастую. Неважно, какой у вас будет процессор, неважно, какая у вас будет видеокарта. Тут нужен компьютер, я говорил как-то, нужно найти Асгард. Кто Звездные врата смотрел, тот помнит. И схватить у них компьютер, сыбрить, и вот этот компьютер, возможно, исправит ситуацию. Хотя и то вряд ли. Разработчики как бы умеют преподнести подарочки, непонятные для чего.
Ну же, ну же, ну же. Ты что, не попадаешь, что ли? Да вы издеваетесь. Быть такого не может. А, нет, попадаю, загорелось. Я смотрю, тут орудий не так-то и много относительно. Может, там внутри все стоит просто. Интересно, с каких она блоков брони. И на какого она реального размера. Такс. Гори давай, гадина какая. Ну уже не достаю, по ходу дела, просто тупо. Да, вероятно, просто тупо не достаю. Чуть-чуть стараюсь намыкаться. Ну, бывает. Так, давай, давай, давай. Сейчас я ее добью, да, полностью или нет? Учитывается еще полет патронов, они дальше разбрасываются. Что-то я въехать никак не могу. Ну-ка. Вот не могу понять, там что эти. Там, походу, фермы стоят, да. Это кислородные фермы. А вот до этой я достану. Пушенцы. Да, и кстати, миры не выкладываю, потому что эти миры не я делаю. У меня нет, так сказать, разрешения их выкладывать. Один я выложил, ксион. Как бы как-то так. Попадаю или нет вообще? Куда-то попадаю, раз игра начинает так тормозить. Видите, вот помните, когда я еще со старой видяхой играл? То же самое. Ничего не поменялось. Ну, графика, да, поменялась и то. В других играх получше есть. На это я вам показывал. Сравнение приводил банальное. Где красиво, где нет. Ну, ладно. Может быть... Когда-нибудь у разработчиков будет вдохновение, они сделают что-то нормальное. Эх, единственное, что фигово, что я на Новый год работаю. Жесть. В отпуск не пускают. А Новый год заставляют работать. Волоки. Ай. Нет, куда-то я попадаю. Куда-то. Вопрос хороший. Куда? А, нет. Достаю я, значит, до них. Это значит, мне надо просто целиться поинтереснее. Любопытно. О, игра. Ну ты чего? Дамс. Одну пушку не могу нормально убить. А, все, готово. Так, и что у нас тут еще далее по списку? А по списку вот эта пушка. И потом вот это. Интересно, которую я раньше собью? Или не одну?
Но ориентировочно так вот на таком я должен попадать. Ну да, попадаю, все правильно. А, понятно. Значит, слишком разброс большой уже идет к концовке. Так, здесь еще что-нибудь есть веселого, интересного, жизнерадостного? Нифига не вижу. Но антенн тут, походу, напичкана мама мия. Так, я тогда на паузу, дорогие друзья, сейчас по кругу облечу и с другой стороны будем пушки щелкивать. Так, ну что ж, дорогие друзья, подлетел я уже к другой стороне. Вот что-то, правда, я здесь как-то ракетницу одну не вижу. А, пониже, наверное, надо спуститься. Да, скорее всего, пониже спуститься. Просто надо. Я ее увижу. Да, попадаю в порядок. Вроде, кстати говоря, других пушек-то и нету. Что довольно-таки забавно. Надеюсь, и не будет. Не люблю я сюрпризы. Ой, как не люблю. Потом ремонтироваться долго. Хотя... Я сейчас ту станцию отлутаю, мне еще можно будет спокойно в лобешник раз 15 получить. Ага, Настя слишком высоко просто получается. Забавно. Не ожидал я чего-то такого. Вроде на одном уровне летел. Хз. Ну, вроде должен попасть полностью. Ага, вижу, куда попадаем. Отлично. Да нифига не отлично. Попадаем, да плохо мы. Давай, давай. Да горишь ты. Ярым пламенем. Ну, я же вижу, что она там попадает. Такс. Забавно. Значит, куда попадаю, фиг его поймешь. Ладненько. О, теперь попал. Можно и поближе подойти. О, вот так вот подойдет даже. Так, и что у нас там внизу, интересно? Надо бы позыбать. Я постараюсь, дорогие друзья, за серию это строение изучить, если оно не слишком здоровое. Такое выражение. Если. Если игра пару раз десятков не вылетит, тогда бы хорошо. Эй, давай загорайся. Не хочет какая вредина. Ничего, хочет не хочет, а придется. Я вот что-то понять не могу, попадаю ли я. Но вообще-то кажется нет. Какое расстояние-то у меня сейчас тут? А, так я могу и не попадать спокойно. Надо поближе подлететь. Что-то я разогнался как-то. Ну, конечно, я не попадаю далеко слишком. Но бывает. А ты что не загорелась? Стесняемся?
Забавненько. Нет, я вижу, что попадаю по ней, кстати говоря. Может, просто разброс такой большой именно идет в конце. Да, скорее всего. А, так она уже горит. А, ну вот теперь вижу. Теперь все в порядке. Ну, теперь эту ракетницу. Самая ненавистная моя пушка, так это ракетница. Которая доставляет самое большое количество проблем в этой игре. Сейчас мы тут зачистим все. Даже если снесу, будет пофигу. У меня там такой богатый мини-арсенальчик готовится на рефайнилку, что это просто тихий ужас. Загорелось. Так. А я тут больше пушек вроде как не вижу. Давайте-ка сохранимся. Извините, что я так часто сохраняюсь. Просто мне что здесь вылет и что фоллаутить уже задолбали в корень. Я поэтому и начал снимать. Ну. Не начал снимать некоторые стабильные в кавычках игры. Казалось бы. Так, подлетаем поближе. Чтобы получить сразу в лобешник, на полной скорости летим. Так, чтобы сразу. Окапибуриться, как-то так. Или откачебуриться. Не помню, как это точно звучит. Кстати, я чуть не вижу маленьких пулеметиков. Че, их тут нету, что ли? Ну, станция довольно-таки странная. Внешний осмотр показал ее странность. Так, ладно. Здесь вроде ничего такого опасного уже нету. Маленьких пулеметов здесь тоже нет. Это прикольно, кстати. Или я просто их не вижу пока что? Маленькие пулеметики, вредные засам. Я промолчу. Так, ладно, давайте проверим, есть ли там маленькие пулеметики. Либо просто я их на туре ненавижу. Здорово, парни! Что, реально нету, что ли? Да, нету. Стопе. Странно как-то, странно. О, гравитация появилась. Хидрить твою напополам. Это, друзья мои, для сравнения. Это очень большое строение. Ну что, начнем снизу исследовать? Ага. Ну да, ладно. Прикольненько. Интересно, сюда корабль засунул? Кстати говоря, давайте-ка проверим. Собственно, ангар такой большой. Блин, хорошая станция-то, однако.
С какой она брони, кстати, надо посмотреть. Может, забью болт на мазершип? На такой станции буду летать, а чё, смотрите, как просторно там. Если корабль смогу засунуть, это будет интересненько. Чонгаров 4 штуки. Не лагает нифига толком. Показывает 22 FPS, правда 10 FPS. Но я уж к такому FPS привык. Мне, конечно, интересно, залезу я или нет, но я очень что-то в этом сомневаюсь. Ой, ё. Я же забыл, у меня вид из камеры, лучше не смотреть. Давайте-ка поближе подлетим. Странно как-то, где-то 20 FPS, где-то 30 FPS. Вот сиди, разбирайся в этой, блин, игре. Ты ж сколько она... Куда собрался? Ну, тормози. Нет, он, походу, не влезет сюда. А жаль. Хотя... А, тут такие доки, они равнозначны нижним, получается. Две стыковочные площадки. Ну-ка, влезем, не влезем. Так, главное сейчас не врубиться. Не, слишком я большой. Увы. Такая была хорошая задумка на этой станции поселиться, жить. Ну да, согласен, FPS мало. Ну, извините. Бывает. Ох, сейчас посмотрю, какие это тут блоки используются для начала, друзья мои. Ой-ё. Я же вам уже рассказывал, что я свой кораблик перенес на дофетку, чтобы посмотреть, сколько там у меня будет FPS. У меня там было 10 FPS. Ну, так, стоп, а у меня с кислородом-то чё? А, ничего вообще. Все хорошо. Все прекрасно. У меня его нету с собой. Гениально. Так, возьмем этот баллон. Этот тогда доедим. И вот этот вот покушаем. По идее, должно хватить. Да, увы. Док маловат. Жаль, жаль. Давайте вот день здесь размещу. Аптечечку. Да, кверх ногами, я вижу. Пофиг. Здесь такая, такого размера станция, что может вверх ногами, когда он будет респиться и получит по голове, хотя хоть как-то мозг прибавится. А вдруг? Вот, дорогие друзья, вот это вот, понимаю, станция. Вот это вот дает, знаете, такое вот ощущение. Просто не знаю, как это назвать. Так, я сейчас на паузу уйду, скриншотик сделаю. Уж извините. Ну что ж, продолжаем. Наше slow motion. 23 FPS. А теперь, друзья, вы представьте. Просто банально себе представьте, что на такую станцию 23 FPS-ами при моей видеокарте. Ну, хотя, ну, не сильная видеокарта. Ничего не скажешь. А вот теперь представьте, что будет, если я сюда воткну новые структурки. Все не структурки, а редизайн блоков. Это увеличит FPS? Честно говоря, не знаю. Но, скорее всего, дорогие друзья, я вот после того, когда снимаю этот сезончик такой мини, все станции здесь залутаю, я обязательно... Что-нибудь есть? Я обязательно эту станцию включу в свой осмотр кораблей и посмотрим, сколько у меня здесь будет FPS. Очень интересно, потому что я двигаюсь сейчас, а это просто тихий ужас. Где у меня SimSpeed этот? А, SimSpeed.
Да нет, SimSpeed показывает нормальный. Вот вы видите, как я двигаюсь. Это нет, это SimSpeed 15. Никакой здесь 43 нету. Пусть не лечит мне голову, как хотят. Но красивая станция. Может, здесь пушек просто тупо нету. Но смотрите, как я медленно двигаюсь. Давайте FPS включу. Кому интересно. Вот FPS. 37. Ребят, здесь нет FPS столько. Просто тупо нет. Вот я присел. Вот я и двигаюсь. Это просто тихий ужас. Знаете, тут FPS, дай бог, будет 10. Игра показывает 23. Я говорил как-то. Думаете, что вам поможет видеокарта? Угу. Хрен там. Черта не поможет. Не, вот летаю я с нормальной скоростью. Двигаюсь, как будто он штаны наделал. Такую большую-большую кучу. Что ж бедный ходить не может. Не, шикарная, друзья мои. Шикарно сделано здесь все. Обалденно. Вот эта станция так станция. Еще бы он тут не двигался, как не знаю кто. Вообще бы цены и не было. Так, давайте-ка я куда-нибудь повыше поставлю. Аптечку. И желательно не кверх ногами. Тут красиво-то. Нет, дорогие друзья, здесь очень красиво. Но, правда, двигается персонажек, это абзац, как медленно. Вон, видите? Замедленная гиперный театр съемка. Но шикарно, я вам скажу. А, ну-ка, подождите-ка. Ну-ка, я сейчас попробую. Попробуем вот так вот сделать. 100 метров. Ладно, без разницы. Options. Графика. Так. Тени на лоу. Без разницы. Давайте-ка я всю графику вообще на лоу спущу ради прикола. Ну, вылетит так вылетит. Фиг ты с ним. Мне просто очень интересно. Лоу, лоу, лоу. Ну, подождем, сдавайте. Надеюсь, запись у меня... Ай, блин, запись может оборваться. Хотя не должна, по идее, но может. Да пофигу ей. Абсолютно. Какая графика бы у вас ни была, дорогие друзья, абсолютно пофигу. FPS, как было, ниже плинтуса, так и остается. Кто бы, блин, сомневался. Лично я почему-то не сомневаюсь. Не знаю. Посмотрим. Наверное, после этой станции слетаю, захвачу тут биг. Доделаю этот мирок. Вам покажу, что в этом мирке есть. А то, что Николай зря его делал. Ну, не знаю, дорогие друзья. Ну, вот он банально вам. Банальный пример. Вот как он медленно двигается. Ну, это где-то вы тут 35 FPS видите. Где ядре здесь 35 FPS? Она, да, не дергается, круто. Но персонажик двигается. Slow motion, slow motion. Тут что, вообще пушек нигде нет, что ли? Да. Хотелось бы, чтобы их не было.
Так, ладно, я понял. Давайте слетаем за аптечкой. А, так я ее здесь поставил на удобное место. Не дает мне станцию осмотреть. Лучше мне никаких пушек сюда вообще не тыкать. Ага. С такой скоростью игры, конечно, это просто тихий Алис. Он что, быстрее ходить начал? Да, кстати говоря, быстрее ходить начал. Может, игра тут рассирается потихонечку. Непонятно как-то. Да ёшкин ты кот. Так, давайте это сделаю на паузе, а то с такими лагами еще раз 5 попробую, да и нафиг отсюда попробую. Это вообще не резонно. Так, с горем пополам я смог чесать эту пушку. Прекрасно. А тут еще одна. Ой, там еще две. Многовато здесь пушечек. Ну-ка, кстати, многовато. Их немного. Но они стоят так, что фиг к ним подберешься. Вот это вот как бы фигово. Довольно-таки. Так, оружие скатилось? Скатилось. Порядок. Надо будет тут как-то подумать, как симпровизировать. Вопрос-то хороший. Так. Ага, я тебя увидел. Тихо-тихо. Не злись. Кто кого замучает до смерти, да? Скорее всего, у нее это быстрее получится. Ой, капец. Ну, я смотрю, игра понемножку вроде бы начала немножко тут где-то как-то хоть размальцовываться, но все-таки очень медленно. Это просто тихий ужас. Просто на моей такой скорости пушки успевают срабатывать быстрее. Так у меня хотя бы было преимущество. Так как я двигаюсь. Ну, нету, дорогие друзья, 38 FPS. Просто тупо нету. Нету здесь. 15 FPS, дай бог. Все, не больше. Пусть не лечит мне сказки.
А, и туда стреляю еще вдобавок. Ну, я, как всегда, молодец, да? А, загорелось. Чудно. Надо же, я хоть одну пушку смогу вышибить. Теперь тут пушка, да? Там и тут. Да ёперный ты театр, откуда вы? Намс. И говорит, начинаем нам год паром десяткой. Смертей. Сразу вот любопытно. Что ж там такое меня так колбасит? Чтоб, нет, до туда я себе добегу. Но вряд ли еще получится интересного. Так, 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 так. Пилочка, пилочка зеленая. Нафиг это все оставлю. Автомат заберу. Валяется, мне нужен. Так, может попробовать туда вперед горцануть? Да и за столб спрятаться. Дебильная идея, да? Очень. Потому что он мне просто застрял в воздухе. Дамс. Знаете, когда я осматривал корабль Титан, там у меня тоже был низкий FPS и лаги. Но у меня были там лаги, потому что у меня была слабая видеокарта. Да, соглашусь. Здесь же у меня видеокарта нормальная. FPS показывает, что нормальный, но его здесь нету. Просто тупо нету. Я не знаю. Ой, ё-моё. В этой корабле только буду, наверное, осмотры делать. Ладно. Чего? Серьезно, что ли? А, вижу пушку. Надо же было ее увидеть хоть каким-то чудодейственным способом. Помогло. Да уж. Увы, увы. Интересно. Интересненько. Дамс. И где мое лжице? Ты мне не подскажешь, братюня, который тут валяется? А, о, нашел. Ну, хотя бы это не глючит. Готово. Тихо, тихо, тихо. Кто, где, откуда? Дамс, оборона-то здесь, я смотрю, шикарненькая. Стоит помучиться с ней. Что такого охраняет-то, ё-моё? Тыц, 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 тыц.
Ну где здесь, друзья мои? Я не знаю. Вот показывает 20 FPS. Ну, блин, ну реально его нету. Скорее всего, дорогие друзья, после этой серии, не знаю. Ну да, сохраню корабль, не может немножко его подстрою. Попробую установить обнову, которые там появились. И посмотрю, стоит ли в эту игру играть вообще. Потому что у меня видеокарта греется до 70%. Ой, тут и процессор греется, да. 70 градусов спокойно, видяха вообще никак не греется, а игра... И похеру, какая у вас видеокарта. Она сама живет с собой. Ой, я согласен, когда игры вылетают. Фиг ты с ним. Бывает, но... Откуда отсюда? Хорошо. Еще с другой стороны, да? Оу. Там, вижу, тоже пушка есть. Зашибись. А, ну да, вижу. Вижу, вижу. Сейчас попробуем вырубить ту пухенцию. Будем полностью обстрел делать, не пойми чего. Помогло? Нет, не помогло. Пум. Что ж так FPS-то просаживает? Нифига не могу понять. Станции и все остальное используются ванильные, дорогие друзья. Так что... Нет, так... Таким словом, играть нереально. Нет, дорогие друзья, я, пожалуй, на этом серию закончу. Я попробую сейчас установить обновление разработчиков. Но если она так дальше будет себя вести, ну нахер эту игру. Потому что это... Извините меня. Это нерезонно. Я лучше какую-нибудь покрасивее игру постимаю, которая будет подтормаживать, фиг ты с ним. Но не будет она мне показывать 40 FPS, где всего FPS реальных 12. Извините, дорогие друзья, что, может, кому-то испортил тут, так сказать, предновогодние праздники, но это не резон так играть. Ну, его нафиг. Я сейчас патчи установлю, может быть, она хотя бы... Ну, не вот так, вот это вот, то, что FPS показывает, херня. Блин, да у меня в Империи у него графон красивее. Какого хера? Ладно, дорогие друзья, что ж, как говорится, всех наступившим Новым годом, удачных праздников. Я тут попробую установить обновление, запустится мир или нет, не знаю. Но пока разработчик не выпрямит свои руки и не сделает нормальную игру, я даже в нее плюнуть не хочу. Буду делать осмотры кораблей, осмотры станций. Но играть... Нет, извините меня. Это не игра. Пока на данный момент. Я сказать ничего не могу, но установлю обновление и посмотрю, дорогие друзья, стоит ли вообще в нее играть. Что ж, всем удачи, дорогие друзья. Хорошо проведите выходные. Всем пока.